Сейчас начинают снимать, они все пришли. Мы уже снимаем? Да. Тогда поехали. Всем привет. Еще один, давай. Теперь запись точно пошла. Let me take you to a land where we call it the Flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck. Сегодня я вам расскажу про аудиосистему Владу Гранд, которую мы делали 2 дня. Вдвоем будем снимать? Да. А то мы все поделимся. Как-нибудь потом. Вот. Почему делали 2 дня? Потому что клиент живет в соседнем городе. В первый день он к нам приехал, мы сделали ему полную шумовиброизоляцию. И вчера он вечером уехал, и сегодня он приехал уже до установить аудиосистему и доклеить 2 дверки. Ну что, начнем, наверное. Пойдем по списку, наверное, что мы все установили, да, а потом, походу, уже пойдем с самой машины. В роли главного устройства у нас было изначально АЦВ. Я даже не знаю, что это за АЦВ, что за моделька такая. Такая легенькая моделька. Она здесь уже стояла, кстати, похожа очень сильно на пионерчик 520-й. Ну, там какие-то до этого были пионер старый. Ну, что-то похоже. Ну, похоже на какой-то, да, другой пионер. Здесь оно было, мы здесь его поменяли. Сначала изначально здесь должен был быть стоять 210-й БТ-дух диновый, но туда не получается засунуть, потому что там будут ребро вот этой жесткости самой, как на балка называется, наверное, под панелью, и как бы с клиента было обговорено то, что мы туда его не будем пихать, чтобы его не заминать, не ломать, не пилить там внутри ничего этой самой торпеды. Пришли в итоге на 520-й мы туда поставили, или 510-й? 520-й. Дальше, в роли усилителя у нас это Raven 5.1100, это 5-канальный усилитель, 4 из них по 150 Вт в канал на динамике, и один при заявке пишет то, что в 1 Ом у нас аж целых 1100 Вт. Ну, вроде отыграл нормально, по мультиметру мы не мерили. Вот, в роли динамика у нас, это у нас задняя гармония 5X, мы ставили в задней двери, как сиалочка. Через штатные приходные колечки, эти пластмасски там есть, мы просто чуть дорабатываем, и то встают любые уже другие динамики. В передней двери у нас стала компонентка, это гармония 6.5, сейчас я вам покажу ее там. И в роли слабого звена у нас Onyx, десяточка, в маленьком закрытом ящике. Вот, уже пойдем дальше по самой машине. Здесь мы также сделали полную шумовиброизоляцию всего автомобиля. Вот так вот. Тут глухо. Теперь вот так у нас и встали гармонии. Вот через такими сеточками закрыли, чтобы все это было аккуратненько. Пищалочки, тетера. На задней спинке у нас расположился. Так вот на фальшпанели. Усилитель. Ровненько, аккуратненько. Все по месту, все по делу. Уже наклеечку наклеили, ребята. Вот так вот все вот у нас тут расположилась. Как багажник у нас еще открывается. Ух ты, я даже не знал, что на грант кнопки есть. Антон заклеил эту кружку монолитную вчера. Она вчера ему упала на спину. Вот, здесь маленький сап, который не занимает места, можно сказать, вообще в этом багажнике. Тут багажник так в гранте большой, так тут еще. Тут просто подвинуть там, поставить по месту. И возить все, что хочешь. Он какое-то особое место не занимает. Блин, я, наверное, тут даже ничего не разберу, но вот у нас видно вот Катару. Мы клеили туда профи плюс на арочке. Поверх клеили Катару. Не видно здесь. Задние дверки, естественно, также мы вот все заклеили. Передние тоже. Крышу, пол, багажник, полку. Ну, пойдем, наверное, уже еще вот под капотом. Здесь у нас кабель, еще он предохранителем. Все как обычно, выходит кабель в салон. Здесь так у нас магнитофон, ну как обычно, магнитофон, радиоприемник. Встал у нас в садное место, как обычно, в любой другой гранте. Вот сюда вот мы вывели с усилителя вот регулятор, клиент попросил. Долго думали, куда его поставить, потому что если его вкрутить снизу, например, на панели, вот сюда вот, то получается, что вольтметр покажет вверх ногами. Вот, посмотрите, по точкам видно. Видите?
Если мы прокрутили бы снизу, показывал вверх ногами, поэтому было решено, принято решение поставить его сюда. По сути, наверное, и все. Ни хрена, это на автобезумии. Это уже второй руль, кстати. Ну я говорю, на автобезумии она уже разъебывалась. И что-то ребят тут хотели сделать, но определенно не соосность, да? Да. Юран говорит, давай говорит, от четырки руль прикрутим туда. А вот система, шумоизоляция, как большая часть наших клиентов, делают все время у нас так. Примерно сумма этого всего, если именно по музыке, она выходит примерно около 50 тысяч. Это без магнитолы, без фальш-панели. Без магнитолы, без фальш-панели у нас выходит около 50 тысяч рублей, там 49 с копеечками. Если уже можете посчитать сюда пионер, это уже плюс 26, он вроде сейчас стоит. Но можно, не меняя головное устройство, которое у вас там есть, это, либо штатное, тоже также от него поставить те же самые динамики, тот же самый усилитель. Поэтому в этом никакой особой проблемы нету. Ой. А, и вот динамики, наверное, покажу вам. Думаю, все вы знаете, как выглядят штатные динамики на грантах, на вестах. Вот такие вот они, фультикультяписные, простые динамики. Ну, наверное, все. Сейчас, как обычно, прослушка.
очень хорошо справляется. Прям, ну, если проса там 13-8 максимум был. Тут играет очень круто. Не знаю, мне очень понравилось. Прям живо. И вот как прям надо. У меня особо не было прям большого желания, чтобы делать очень сильно громко. Я просто хотел улучшить свою аудиосистему. На этом, наверное, и все. Как всегда, короткий, быстрый обзор от меня, от Димана. Так что, не знаю, кто хочет, может написать комментарий. Кто хочет, может подписаться. Точнее, нужно подписаться, нужно поставить колокольчик. Спасибо всем, что вы смотрели. Передам привет всем нашим ярым подписчикам. Вадиму Тихону, Лукину Евгению, Ивану Митряю. Так что... То хотя на Киксе нет ничего, да, Жень? Но просто передам тебе привет. Всем пока. Всем пока, двигайся музыка.